Уровень заболеваемости среди школьников и воспитанников детских садов городского округа Люберцы не превышает обычные сезонные показатели. Напомню, с 1 сентября в учреждениях образования усилили меры эпидемической безопасности. В школах и детских садах введен режим термометрии, проводится санитарная обработка помещений. Учителя, сотрудники пищеблоков и охраны работают, используя средства индивидуальной защиты. Для разделения потока учащихся в люберецких школах изменили время начала занятий, а также приостановили массовые мероприятия. Мы констатируем то, что каждый день появляется в каждом образовательном организации проблема определенная, которую нужно оперативно решать. И связано это с тем, что либо заболевают дети, непосредственно коронавирусную инфекцию находят у них, либо у педагогов. На сегодняшнюю дату в детских садах у нас закрыты на изоляцию 5 групп. Это порядка 154 детей. Что касается школ, то это всего 4 школы, в которых классы, не полностью школы закрыты, а классы закрыты также на изоляцию, но образовательный процесс продолжается. По словам Виктории Бунтиной, на дистанционном обучении сейчас более 120 школьников. Переводить на такую систему все общеобразовательные учреждения не планируют. Школу закроют на карантин, если уровень заболеваемости среди учащихся и сотрудников достигает 30%. Но таких случаев в Люберцах пока не зафиксировано.